Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня на обзоре в этом видео у нас будут два интересных товара, любезно представленные магазином Rosegale. Кстати, у них в конце месяца проходит большая распродажа. Распродажа начинается с 29 числа, а кончается 31. И первым товаром у нас будет очень крутой клатч, который может идеально подойти для подарка мужчине, другу. Ну или начальнику, например. Класс. Клатч мне пришел вместе со вторым товаром в одной большой посылке. Посылка была упакована очень качественно, и товар мне пришел примерно за 3 недели. То есть, что очень быстро, я считаю. Клатч у нас кожаный. Выглядит очень круто. Очень качественно. Сейчас мы на него посмотрим более детально. Так, у нас тут есть такой, не знаю, пробник, что ли. Пробник кожи. Ну, да. Это кожа. Это реально кожа. Клатч выглядит очень стильно и дорого. У нас в клатче есть 2 отделения. Первое отделение для денег и кредиток. Вот сюда можно поставить нашу валюту, наши денежки, ну или не валюту. В это же отделение можно вставить наши кредитные карточки. Благо тут много отсеков, отделений, скажем так. Второе же у нас отделение для телефона. Ну и я не знаю, или для документов. Ну и вот такое маленькое отделение. Опять же, для документов или мелочи, возможно. Клатч сделан очень качественно. Все швы ровно прошиты. Молнии сделаны у нас очень хорошо. Открываются очень легко, без особых усилий. Эту браслетку можно носить вот таким способом, таким обхватом. Или вот так. Как вам будет удобно. Или вот так. Также у нас есть в комплекте такой вот ремешочек. Этот ремешочек продевается вот в эту дырочку. И можно носить другим способом. Вот таким. Держась за ремешочек. Давайте посмотрим, много ли моих вещей влезется в эту сумочку. И у меня есть телефон. 5,5 дюйма. Который, я думаю, да, влезает. В отделение для телефона, мой большой телефон, 5,5 дюйма, влез очень хорошо. Сидит очень плотно, его вынимать немножко тяжеловато. Так, духи, карточки. Как раз отделение под карточки. Сюда, я думаю, в это отделение можно ставить не только карточки, какие-то документы, водительские права. Тут есть отделение, которое просвещается. Это будет очень удобно. Вот таким способом оно выглядит. Так, а закрыть мы сможем? Да, вполне. Все хорошо закрывается. Сам клатч не деформируется, что очень приятно. И вторым товаром у нас будет... Будет у нас вторым товаром... Товаром вторым будет у нас... Эти... Ой... Рюкзак Бобби. Копия рюкзака, вернее. Китайская копия рюкзака Бобби. Пришло
Оно мне все большой одной посылочкой. Все было, опять же повторюсь, качественно упаковано. Вот как у нас смотрится рюкзак. Передняя часть, задняя часть. Ну, хотя мы с вами сейчас и посмотрим. Рюкзак Бобби позиционируется как городской рюкзак антивор. Так, смотрим, что у нас представляет копия китайская. Да. Я видел только на видео оригинал рюкзака Бобби. А вживую не видел и не щупал. Но, в принципе, похож. И по внешнему виду похож. Только в оригинальном рюкзаке Бобби есть каркас в самом рюкзаке. Тут же каркаса нету. Тут только есть планка. Ну, скажем так, каркасная планка, только спереди. Вот она. Оригинальный рюкзак также позиционируется, что его нельзя порезать никак. И он водонепроницаем. Насчет этого рюкзака я так сказать не могу, потому что я по нему вижу, что я его порезать смогу. И влагу он тоже пропускает. Но в принципе, как дешевая копия, более-менее нормально. Смотрим на внутренности. У нас есть 1, 2, 3, 4 кармашка на задней части. И 2 кармашка, это, наверное, для планшета или... Или для планшета, наверное. А эта часть для ноутбука. Я уже пробовал сюда впихнуть свой ноутбук 15,6 дюйма. Он не влез. Если у вас ноутбуки поменьше, чем 15,6 дюйма, или MacBook, я не знаю, они влезут точно. На передней лямке у нас есть такой кармашек. Это кармашек для визитных карточек. Вот у меня есть нож-кредитка. Он по размерам как карточка. В принципе... Да, с трудом. Да, даже не с трудом. Да, все лазит. Стоите где-то в очереди. Раз, расстегнули себе. Оп. Достали. Там кредиточку или, может, пару лишних денег. Ну, или не лишних. У меня есть планшет, правда, он побитый. Об голову оператора. Вот, он влазит очень хорошо в это отделение. Ну, как будто для него. Ну, наверное, для него есть. Так, у нас... Еще есть такое отделение, это для зарядки. Также планшет сюда хорошо помещается. Телефон. 5,5 дюйма опять же. Сюда. Нет, сюда не влезет. Сюда влезет. Также в рюкзаке есть вот такие липучки. Они сюда прищемляются. Это для того, чтобы при раскрытии рюкзак просто не вывалился, и чтобы из него ничего не выпало. Вот так, в принципе. Оп. Ну и все ваши вещи, вот вы на спине, все ваши вещи не выпадут. Ну, в принципе, удобно. Ну и логично, наверное, по конструкции рюкзака. Также на рюкзаке сверху есть вот такая ручка, ну, чтобы переносить его, держа в руках. Спинка у рюкзака приятная и мягенькая. И есть специальные такие отсеки под плечи и под пояс. Чтобы все было удобно, чтобы вам было удобно переносить. Ага, забыл сказать. Также в рюкзаке есть очень интересная функция. Внутрь рюкзака можно положить пауэрбанк. Например, сюда. Подключить через шнурочек к пауэрбанку, подключиться. И где-то в пути или в дороге подзарядить свой телефон. Вот через такой USB выход. Это, я считаю, очень большой плюс для городских рюкзаков.
Товары, которые были сегодня у меня на обзоре, мне очень понравились. Если хотите приобрести эти товары, переходите по ссылочке в описании. И, кстати, вам напомню, что в магазине Rosegale проходит большая распродажа в конце месяца с 29 числа по 31. А также по этому промокоду вы можете получить еще больше плюшек и скидок. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. У меня на канале проходит много конкурсов и будет еще много интересных видео. Спасибо за просмотр и всем пока!